は各世が充填され殺人発生率は 0% ノースロードは外国人の番組です。А, интересно. Thank you.
Подумай. Все сняли и отправили. Монтажеры уже работают. Пусть маркетинг добавит ссылку на бабулю в галерее. Она кучу денег отвалила. Пусть получит 5 секунд славы. Да, я им уже сказал. Еще добавят ссылку на Деламейна. Там один во время съемки проехал. Ага, круто. Хоть с этим разобрались. Как тебе интервью-то? Нормально? Ты правда переживаешь? Ладно. Чего тебе, подруга? Ха. Thank you.
WNS. Этот выпуск посвящен местным новостям. Корпорация Росака подписала договор о сотрудничестве с университетом Найт-Сити. Теперь все его студенты и преподаватели могут приобрести рассрочку когнитивный имплант Adzumumi SX 20% скидкой. Наш источник сообщает, установка этого импланта станет обязательным условием для обучения или работы на всех факультетах. А теперь более тревожные новости. 12 человек погибло в Виста дель Рей. Судебные медики называют причиной смерти ботулизм. Все погибшие употребляли одни и те же мясные консервы. Полиция Найт-Сити напоминает, что органическое мясо содержит патогены и токсины. Приобретайте мясо только из сертифицированных кулинарных лабораторий. Вторая после ботулизма эпидемия в городе – это музыкальная лихорадка. Лиззи Уизи начнет концертное турне с Найт-Сити. Всемирно известная певица скоро посетит наш город. Билеты на концерт доступны только для лиц с кредитным рейтингом выше 700 пунктов. Остальные фанаты смогут посмотреть выступление при помощи домашних визоров. И это все новости на сегодня. До встречи, Найти! Так-так-так. Thank you.
А это что? Мисти, я опять видела странные рисунки. Начинаешь понимать их смысл? Что они тебе говорят? Это просто разные карты Таро. Походу, мои мозги уже не починишь. Таро — это история о пути Шута. Покажи мне, что ты видела, а я расскажу, что еще осталось. Вот. Не хватает еще двух арканов — Страшного Суда и Дьявола. Думаю, они появятся в переломный момент твоей жизни. И он случится совсем скоро. Главное — не нарваться на Дьявола. Это будет явно не к добру. Эта карта символизирует первобытные скрытые желания, но также и волю к жизни. Ну, звучит не так уж страшно. А еще она символизирует ложный мир. Ловушку желаний. А что за страшный суд? Один из вариантов будущего. Расплата, трансформация, пробуждение. Ангел с трубой символизирует конец эпохи и возвещает о перерождении, о новом начале. А этот Шут, куда он идет? Шут — это ты и Сильверхенд. Вы прошли долгий путь и раскрыли свой потенциал. А куда мы идем? Ваш пункт назначения — мир. Последний аркан. Вы оба объявили миру войну, и у вас есть лишь два возможных варианта. Объявить о своей победе или найти компромисс. А еще мы можем проиграть. Да. Увы, это тоже правда. Спасибо. Ничего не поняла, но прикольно. Ты поймешь, когда придет время. Всего я тебе объяснить не могу. Таро говорят мне, что ты можешь прийти к миру одним из четырех путей. О, как это? Последний участок пути ты можешь пройти через солнце, звезду, умеренность или дьявола. А еще я могу сдохнуть и не дойти никуда. Ой, да ладно тебе. Ты себя в обиду не дашь. Возьми. Это все, что я могу для тебя сделать. Удачи тебе, Ви, на том пути, который выберешь.
ужасного. То, что они зовут киберпространством, на самом деле называется пандемониум. Возможно ли жизнь за пределами тела? Кто эти порождения сети, если не души, покинувшие наш бренный мир? Я слышал их голоса. Не следует живым переступать проклятую черту, ибо души их пополнят... Я бывала в киберпространстве и действительно видела там мертвецов. Вот же ваш свидетель! Она подтвердит, что несчастные горят в адском пламени! Да не, никакого пламени там не было. Вы спросите меня, а кто открыл врата преисподней? Не спросим. А я отвечу вам. Это были техно-некроманты с Альфа Центавра. Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Ты делаешь важное дело. Открой людям глаза на правду. Благодарю тебя. Я сразу понял, что твоя душа не слепа, и ты можешь узреть истину.
Вы позвонили Нэнси. Сейчас не могу говорить. Перезвоню потом, если захочу. Пока. Ви, куколка, у меня к тебе дельце. Небольшое такое. Интересует? Ладно, выкладывай. Я тут, короче, шарил по сети и нашел интересную штуковину. Секретную. Дай угадаю. Убойный допинг? Поюзанный мистер Перчик? Недорого? Или что? Да нет, Ви, я человек серьезный. Интересуюсь только серьезными вещами. Кто-то продает книгу заклинаний. Изданы еще до первого падения сети. Ну ты в этом шаришь, разве нет? Небось в курсе, сколько на этой штуке можно срубить? Ты хочешь, чтобы я ее для тебя стащила? Не-не-не-не, ты что? Ее надо прямо купить, по-честному. А я тебе потом вдвое заплачу. А может еще за ящиком Николы метнуться? И чипсов прихватить заодно? Ви, ты сама подумай. Кто-то выставляет на продажу сокровища. Почему? Наверняка с отчаяния. А отчаявшийся человек опасен, непредсказуем. На ровном месте может психануть и за пушку схватиться. Вот я и прошу тебя пойти. У тебя на такой случай своя пушка есть. Ладно, возьмусь. Умничка моя. Скидываю тебе координаты продавца. Ну что, удачи тебе там.
тебе нужна книга. Ну, в общем, да. Цена окончательная. Полная сумма сразу, на месте. Все ясно, возражений нет. Отлично, адрес уже у тебя. Приходи одна. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, обращайся. Ну ты только нос не задирай. Ты здорово выручила меня и Реджину. Мы об этом не забудем. Жизнь наемника, то везет, то не везет. В следующий раз моя очередь вытаскивается. Если мне будет чем заплатить, разумеется. Так точно. Как твоя рука? О, Ви, ты обо мне волнуешься, так тронут. Брось, мелкий. Я серьезно. Ну, вы с Реджиной меня, конечно, обобрали, но на эту малышку средства сейчас. Так что не волнуйся, рука в порядке. Я встретила Большого Пита. У вас обоих талант влезать в неприятности. Да, он рассказал, как ты его выручила. Надо будет всей родне твой номер записать. Вдруг маме с папой помощь понадобится. Конечно. Может, даже скидку вам сделаю. Предложение? А, ну да. Расскажи, что там как. Ой, давай только не здесь. Тут дурдом. Я пойду в гараж после смены. Заглянешь ко мне? Ладно, там поговорим. Ну, удачи. Эй, Ви, красавка, иди сюда, пей. Поболтаем. Тебе говорю, всю стойку мне залил. Нажрался, так уже иди домой. Что закажешь? Ты слушаешь?
모든 즐거움, 모든 음식으로부터 1일 비타민 권장 섭취량의 330%를 제공합니다. Слушаю. Я за книгой. Она у тебя? Конечно. Припрятана в безопасном месте. Хочешь знать, где? Показывай деньги. Оу, я смотрю, сервис в вашей фирме уже совсем не тот. Что? Не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь. Я тебя насквозь вижу. Плохонький костюмчик, дешевые импланты, свеженанятая сотрудница корпорации. Прямо как из буклета «Начни карьеру у нас». Только не подсказывай, дай угадаю. Нашла кое-что в пыльном углу склада, решила толкнуть на сторону? Ну-ну, а что скажет начальство? Неужто в должностной инструкции прописана торговля из-под полы? Хули тебе надо? Хорошую скидку. Может, тогда я не стукну твоему начальству. Ну ты манда. Взаимопонимание достигнуто. Теперь к делу. Короче, по рукам или мне сообщить, кому следует? Скинула тебе координаты. Угу. Посмотрим. Ого! Планшет от Зетатеха. Этой хреновине лет 50. Это как минимум. Не меньше. У меня такой был, кстати. Навороченная модель считалась.
Thank you.
Ну что, книга у тебя? А деньги мои у тебя? Я же сказал, Ви, я человек серьезный. Вся сумма, как договаривались. Стоп. Притормози. Планшет стоит гораздо больше. И мы оба об этом знаем. Может и так. Но я озвучил цену, и ты согласилась. Ну и что? Договор признается недействительным, если одна из сторон заведомо обманывала другую. Ну ладно. Хорошо. Будь по-твоему. Вот тебе премия. Приятно иметь с тобой дело. Увидимся. Ви, маленький совет. Больше так не делай. По-хорошему прошу. Еще немного, пожалуйста! Риппер сейчас приедет! О, сука, ну как так? Почему вы не поехали в клинику? Тут безопаснее, чем в клинике. Thank you.
это старые счеты. Ясно тебе? Да-да, я ж тебя насквозь вижу. Крысиные бега продолжаются. Тебе заняться нечем. Ну там руку смазать, гитару настроить. Никак? Ладно, я понял. Мне не рады. Пойду пасу. Пусто. Черт. Привет, Ви. Как время летит? Так значит, слухи о твоей смерти преувеличены? Вот именно. Слухи. Но Бернати и правда чистит один. Мне тоже досталось. Я лишился дома, счетов, импланта. Но это еще не конец. Я докажу ей, что она ошиблась. Вобью эту мысль ей в башку. А, так ты решил сдать ей меня? Поднести ей мою голову на блюде? Думаешь, она тут же примет тебя обратно с распростертыми объятиями? Примерно так. А теперь повернись, руки за голову. Ну, быстренько! Слушай, Фрэнк, для Бернати я пустое место. Она наверняка и думать обо мне забыла. У вас с ней были терки. Ты ее подставила. Люди такого не забывают. Нет, это была не я. Ее подставил Дженкинс. Ее и меня заодно. И что ты сделаешь? Заявишься в офис конторы, откуда тебя выкинули с пушкой в руке? Они сначала тебя грохнут, а потом меня. Ну а что мне еще делать, а? Какие варианты? Перевернуть страницу, Фрэнк. Начать заново. Пойми, игра окончена. Начать заново? Да мне же не с чего начинать. У тебя есть пушка и полный магазин. Немного сноровки, и улицы тебя примут. Возьми себя в руки, Фрэнк. Как же приятно встретить старого друга и вспомнить былое. Да, были деньки. Отвали, Джонни, я не в духе. Напрасно. Тебе повезло. Смогли бы с ним на пару в рядочек лечь. Хорошего вечера, Ви. Маякни, если что. Смотрю, ты в прекрасной форме. В травме, конечно, спецы. Быстро тебя собрали. Ага, как новенькая. Вот только если бы не ты... Нечего было бы спрашивать. Я ведь даже спасибо не скажу. Угрызок шерстеры! Ладно, пора мне созвонить.